зрители, мы продолжаем играть Child of Light. И, как оказалось, игра у меня не сохранилась, так что я быстренько прошла все, что было раньше. Если я не помню, какой уровень был у нашей героини, пятый или даже седьмой, не уверен, что седьмой. Но как бы то ни было, мы продолжаем. Остановились мы здесь, сражаясь с этими стражниками. В общем, давайте продолжить. Я заодно отключила прокручивание катсцен при начале боя, чтобы меньше времени тратилось. Единственное, я не знаю, как тут сохраниться самому. Или нам надо будет окончательно пройти вот эту часть со стражниками. Ну или, не знаю, кнопки сохраниться нету в меню. У меня за окном коты орут. Поэтому, если слышно, я прошу прощения. Я и прокачку немножко изменила деревья, но, по-моему, не сильно немного. В отличие от того, что было раньше. Только святой зов королевы ночи. Thank you.
Теперь неплохо здоровье увеличилось.
если я все еще с наведением, то я готова проснуться. Дитя видения, возьми мою руку. Once the sun shone upon a land of sequined valleys and peaks of white, and at night ruined castles glowed with alabaster light from the stars and the crescent moon. A queen of light ruled this rambling place. Each night she walked the palace alone, her luminosity dawn's own face. Until one night there was no trace. The queen had vanished, and with her the light. Dark resided in its place, the usurper, Umbra, hid from sight. She sent her daughters in her stead, the sun, the stars, and the crescent moon. They pilfered from the sky, extinguished them with the monsoon. Then Umbra's dark creatures conquered the land, our lives soon snuffed out by a wave of her hand. Похоже, это была история этой самой леди, которая раньше управляла этой страной, как я понимаю, до тех пор, пока кто-то не пришел и не запустил тьму сюда вместе с жуткими тварями, которыми мы уже сражались. Аврора, мадам, спасибо за вашу историю. Но сейчас я хочу проснуться. Леди... Хозяйка леса, видимо. То есть, пока я говорила, ты хотела спать? То, что я говорю... То, что я сказала, это правда, не ложь. Да, перевод, конечно, из меня шикарный. Все, что вокруг нас, это страна Лемурия. Я боюсь, это не сон, Аврора. Так, единственный путь это магия. Зеркало за троном. Потерянная Умброй королевой ночи. Единственный путь домой это... Бенниш, я не знаю, что это. Наверное, избавиться от ночи. Верни назад звезды, солнце, луну, свет. Нет, это невозможно. Или бессмыслица. Мой отец ждет. Светлячок сказал, что вы поможете мне. У меня есть имя вообще, ты знаешь? Я забыл слово Despair, я знал это слово, ладно, простите. Я создала этого светлячка для твоей защиты или что-то там вроде. Я его тоже буду называть светлячок, я не могу это слово нормально. Игникулус, кто его имя будет так произносить? Размером жука? Не очень хорошая мысль, я думаю. Никогда не вернусь. Солнце, звезды и луну. Наверное, не отчаиваюсь, моя дорогая. Для солнца... Ой, простите, я пропустила. Ну ладно. Для начала возвращайся туда, откуда ты пришла. Так. К алтарю, на котором ты сегодня проснулась. Ага. То есть нам идти как раз в левую сторону, в деревню, где был тупик. Ага.
и находи помощь по пути. А что до звезд? Как я дотянусь до неба, до небес? Почему, дитя, ты спрашиваешь? Почему же, дитя, ответы? То ли вокруг тебя, то ли в тебе, скорее всего, вокруг тебя. Раскрой свои глаза. Короче, все сами. Я прошу прощения за такой корявый перевод. Русскую локализацию игры, как я понимаю, нет. Впрочем, тут только некоторые слова непонятные. Основная мысль здесь ясна вполне. Похоже, можем летать. Я фея? Я в полете. Ну, да, я летаю. Аврора, ты дитя света. Теперь слушай внимательно. Держи эту зачарованную корону. Над твоей... Не знаю, что такое брови, никогда не снимай. Это хорошо? Ясно? Она после... Еще одна вещь до тех, пока я не ушла. Если ты еще куда-нибудь испугаешься, моя дорогая. Спасибо. И что именно это делает? Извини, дитя, я не слышу тебя. Прощай. Подожди, но я должна знать. Мой отец, он в порядке? Я окружена бесконечной ночью. Ну, вот так вот. Так, мы можем теперь... Ясно. Обычная флейта в инвентаре. Так, приземлиться? Отлично. Так. Ну что ж... Давайте посмотрим. А, то есть этот у нас просто сам нашелся, или как? Так, ну что ж, защита, сила, магия. Так, давайте защиту прокачаем на всякий случай. Мало ли, с кем нам еще придется столкнуться. Теперь. Подарок от леди Лисы. Что именно она должна делать? Так. Ага. Вот так вот. Отлично. То есть мы можем даже некоторые такие... Это не скиллы, получается. Просто улучшение наших показателей можем находить или получать. И все-таки, как нас сохраниться? Потому что как-то неприятно получается без сохранений. Ладно, нет, так нет.
Насколько я думаю, нам, конечно, надо возвращаться, но... Мне при этом ничего не тратится, точно. А тебе просто так летать может? Ой. And Soylent Forest far from home. Starlight only to guide her, except for a firefly alone. Anxious for the comforts, a family who could not trace her. Searching for the sun and moon, a father to embrace her. And somewhere in the night, perched upon a throne in the dark, waited Umbra, the usurper, to snuff out Aurora's spark. И мы, похоже, еще нашли. Отлично. Так, раз мы теперь летать мы. Тут, конечно, ничего не было, всякие закаты. О, просто. Еще место в воздушных шарах. Здорово. На запад. Ну что ж. Ну что ж, я хочу сказать, наш путь чист. Если мы полетим наверх, то появится нужно на деревья. Сад светлячок к небу. И когда тебя будем звать по имени? Ты видела яркие шарики неподалеку? Какого-нибудь единорога, балансирующего на шарах? Или прямые тенты, тянущиеся к звездам? Ты имела в виду небо? Я боюсь, что нет. Короче, парень путает некоторые слова. Смеяться или не смеяться, это вот в чем вопрос. Ответ ясен, я последую моей мечте. И буду путешествовать вокруг чего-то там. Сестра, и надеюсь, что ты... Короче, что с тобой все будет в порядке, твой брат Тристис. Это девушка сидит.
Прошу прощения. Она уже упаковалась и готова идти за нами, чтобы найти своего брата. И, короче, спастись от этой рутины. Знаешь, путь опасен, с жуткими созданиями. Я акробат. Не беспокойся, я могу. Короче, я могу. Ну что ж, у нас теперь похоже. Да. Давайте посмотрим. Это у нас как задание или что? Ой-ой-ой. Ага, то есть у нас появились задания в белой заодно. Так, защита. И химер. Отлично. Так, подождите, почему оно так светится? А, понятно. Мы можем ее еще как-то улучшить. Ладно, давайте вот так. А, мы спрячемся. Хорошо. И, наверное, пусть еще химер. О, отлично. Ну, вот как-то так. Равномерно. Так, ой. Теперь. Ага, у меня все вот так. Я делаю вот так. Все, замечательно. Ай, с тем это стало не очень легко. Так, а я могу переключаться? Ага, у нее еще и восьмой уровень. Нет, не могу. Я не удивлен. Чему ты не удивлен? Так, давайте это вот. Thank you.
как-то тяжковато. Давайте тогда. Понятно, почему не летают. Так, воу. Ну ладно. Крайне мне любом призраке не понравился. Вот еще вот эта мелочь, но не знаю. Thank you.
Чего он не делал, потому что закрыт. Так, призрак у нас подходить не будет. Это вообще чего не делаюсь? О, какая статуя. Я ее не видно. Так, вот. Вернулись. Здесь
усилить слышно было. Нам, по идее, туда надо внутрь заходить. Нет. Нам туда. Вон. Давайте мы пойдем все-таки. Чтобы не туда. Что здесь? Расплодились. Так. Отлично. Плохо, что не шкала жизни пропал. Хотя бы как-то было. Команда вроде как уже с двух человек, играешь какая-то за одного. Ни за кем не приходится следить, куда он там убежал, где-то застрял. Теперь можно нападать. Паук. Так тоже отлично. Наконец-то критический удар получился. Пауки отправляют. Это отлично. Так, защита. Давайте вот это. Тепло. Все, хорошо. Плечок.
Ой, я целый размер, который она назвала. Леди. Здесь и была еще тогда. Давайте уж убьем. Тем не менее, господи, мы, видимо, ничего сделать не можем. На этом алтаре. Ух ты. Какой замок красивый. Удобно. У них персонаж курсор. Вроде как он. Курсор нет. О, отлично. Есть. Ладно, давайте теперь потихоньку. Чтобы она бегала, она очень медленно бегает. Нам сюда. Ой! Здрасте. Ну, девочка, ты не пройдешь по этому пути. Я съем тебя сегодня. Thank you.
Извините. Где она? Вот она. Ой, отлично. Теперь прям вообще хорошо. Да, теперь мы легко пройдем. Ага, нам больше не вот раз. Карта Лемурии теперь доступна для быстрого перехода по локациям. Открытие меню паузы. Что? Давайте посмотрим. Ага. Старый монастырь. Ладно. Мы ходим по Матилдис Форест. А куда ж мы идем? Остров Нерида. Ладно. Хорошо. Thank you.
Чую грифоны. Зараза. А если я... Уверена, что лапка не закрылась. Не хочу его убивать. Вот и все. Так. Сапфира у нас не было. Так. Это боли? Стрелка. Вот, какие-то. Не хочу ни с кем сражаться. Ужас какой, сколько ж тут мертвей. Так. Какую-то подобрала. А, вот. Ну, на паузе читаем. Потому что переводить, в принципе, видимо, текст. Короче, читаем. Читаем. Реально, очень много сундуков. Чего нас готовит. Что я не умею падать колючки. Печально. А, здесь такая же штука. Может, это сохранение? А. Похоже, что да. Может и нет. Что ж так медленно отлетаешь? А вот и деревня. Если это было в цилиндре вначале, то это с шапочкой. На самом деле. Ой, по реках. Это что, воронье деревья? Ну что ж, тем не менее, четвертая глава. Глубоко, темно. Хорошо. Хорошо. Ой, с ними можешь поговорить? Я не скажу, только кар. Кар. Да. Типичные вороны.
Зашли. Может, тут можно меч улучшить. Тут мы просто должны взять на дом. Хорошо, уходим. А я тоже подумала. Хотя здесь нигде нет живых людей, в общем-то. Кроме того, кроме нашей напарницы. Теоретически где-то ее брата. И вот той белой икра. Видимо, люди, которые раньше здесь жили, это эти вороны, но не факт, конечно. Но очень на это похоже. Уж слишком много этих ворон. Еще и в париках и шапочках. Ладно, посмотрим, что тут еще. Кар-кар. А дальше нам нельзя. Что у меня в деревне? Дымите, однако. Ладно, идем. Дороги. Ох, бегная ворона, серьезно. Это точно жители этой деревни. Опа. Ошиблась. Тут есть кто-то живой. Правда, не пустит этот человек. Это гномик. Извините меня, сэр, не видели ли вы солнце или луну где-нибудь? Эй, принцесса, ты пришла? Основали мой дедушка и я. Мы защищали деревню. А, я ушел несколько дней назад для пополнения наших припасов. И черная королева превратила всех людей в птиц, ну как я и говорила, да. А водолета не излечила их. Я решил спуститься вниз, но чудовище, бедный человек. Угнал. Значит, нам надо спуститься вниз, похоже. Давай же, блин, спрыгивай. А, она в колодец надо, все, понятно. Хорошо. Но для начала... Пока. Ой, мама, ты не грязь. Так, похоже, тут деревня. Да. Нам пока туда не надо. Сильно вперед забегать. Предлагаю помочь тому гномику. Он мне понравился. Так. Ну-ка еще в ту сторону, где я не заглянем. И полезем в колодец. Мини-скрутится.
библиотека или школа. Скорее даже школа. Судя по ученичкам. А здесь мне делать нечего. И потом, когда они превратятся в людей, придется все места бегать, со всеми говорить, но это потом. Так, почему ты идешь в ту сторону? Ой, курящая ворона. Класс. Закрыто. Не поддается. Ладно, туда не надо. Здоровье заодно восстановим немножко. Что мы здесь? Все, прыгнуть лестницы. Значит, туда мы не идем. Все, тут только в колоде с листья. Сказал, ты используешь заклинание. Да, принцесса, я один из лучших. Надо протестировать, насколько ты хорош. Короче, Аврора, не называй меня принцессой. Все, отлично. Я думала, в команде временно, только когда мы колоться будем. Отсюда. Помнишь дверь в дереве? Что нам делать? Не беспокойся, жди и смотри. Понятно. Снова. Если не будет, то гейт. А кто из нас?
Давайте только еще посмотрим. Да, надо запасить. Главное восстановить карту. Его еще прокачать надо. Так, он у нас раз, два, три. Так. Вот так вот. Возможно, что он и надолго у нас кому-то. Может быть. Алло, поговори со мной. Кар. Я остался один. Совсем один. Быстрее, дай мне немного времени, чтобы успокоиться. Дедушка. Мы найдем лекарство, не волнуйся. Я хотел бы, чтобы это прекратилось сегодня. Наверное, так и не уверен. Ага. Thank you.
заставить. Ой! Блин, удачно, конечно. Давай, давай. Ой, это что еще будет? Еще и гейтеру похоже. Тут куда или что вообще? Ой, я видела. Нет, сюда. Так, здоровье, здоровье, пожалуйста. Отлично, здоровье, кстати. Ух ты. Вот звуки тут не очень хорошие. Ну, красиво. Какая сцена пошла. Ага, вот и источник. Ой. Пожалуйста, это Святая Суббота. Ой, не успеваю. Люди ждут вашей речи, ваше величество. Моя Аврора, мое сердце разбито. Ваше величество? Кто-нибудь позовите доктора, ваше величество. Ты увидел солнце и луну? Используй свою магию снова, быстрее. Это работает только один раз. Неплохо. Возможно, прошлый пропуск не сохранился, потому что не было вот такого значка синего. Не доходили до него. Но теперь, надеюсь, все будет у нас хорошо. Ну что, птички?
Ой, господи, что это у нее такое? Дедушка, ой, брат, извините, дедушка, я рад тебя видеть. Короче, дедуля сейчас даст за что-то. Принцесса? А, хозяйка деревьев. То есть идет. Аврора, пожалуйста, мадам. Спасибо, что вылечила моих людей, Аврора. Мы боялись больше никогда не увидеть мягкие зеленые холмы Лемуги. Ну или легкие. Я бы хотела быть счастлива, мое сердце холоднее, чем лед. Я боюсь, что мой отец растерял всю надежду. Флейта леди. Позвольте увидеть, что она делает. Короче, используем флейту. Непонятно почему и зачем. Музыка, которую только что услышала. Хорошо. Ага. Ничего не изменилось, даже погода. Но, как ни странно, чувствую себя лучше. Ну, отлично. Лучше, не хуже. Итак, задание Фина мы выполнили. Ура. Так. Ну, я предлагаю на этом закончить. Потом уже будем брать задание его дедули. Все, спасибо за просмотр. И всем пока.